починил это, эту какашку. Короче, вот она. Я не знаю, видно вам, нет. Короче, это дьявол. Уф. Ну, темно, простите, ребята. Здесь фонари, что-то на районе фонари подключали просто. Не, менты не тормозят, потому что сейчас мы поменяем цвет, как нужно ездить на этой машине. Сейчас. Ну, включили, короче. Беленькие, все. И все нормально. Кто не в курсе, что это за тачка, можете посмотреть сегодня дневную трансляцию, там все видно. Я просто... Мне нравится, как у него глазки светятся. Колеса сделал сегодня, все сделал, блин. Здесь есть один минус в машине. Очень жесткий. Очень яркий свет, прям очень яркий. О боже мой, как эта фигня. Пусть здесь светит. Короче, рассказываю. Не купил. Мне дали. Доверили. Не, я бы такую машину не купил. Мне некоторые вещи здесь нравятся и все. В общем, короче. Что касаемо СтопХама, я не знаю, откуда все взяли то, что СтопХам закрыли, СтопХам прикрыли. Мне сегодня все пишут, СтопХам прикрыли. А что его прикрыли-то? Я вообще не понимаю. Не знаю. Вроде ничего не прикрывали. Ну, там написали, что вычеркнули его и там из Минюста. Ну и что? Ну, юридическое лицо там. Не юридическое лицо. О, боже мой, как страшно. Ну вот, и поэтому... спасибо большое. Что я говно, ничего страшного, я переживу. Вот, поэтому все нормально, все, организация продолжает свою деятельность, так что пусть что хотят, то и делают, потому что мне сегодня позвонили куча просто телеканалов, куча новостей, все говорят, пожалуйста, придите, пожалуйста, там прокомментируйте. Мне русская служба новостей звонит, говорит, завтра 8:20, можете взять трубку? Я говорю, нет, я буду спать. Ну, пожалуйста. Я говорю, нет, я буду спать. Ну, прокомментируйте. Я говорю, что комментируете? Ну, вас же закрыли. Ха-ха-ха. Я говорю, нас не закрыли. Я говорю, не дождетесь. Вот. Да, я был в передаче, пусть говорят. Вот, поэтому не верьте, точнее, это все фигня, ну, закрыли, как бы, что-то там все говорят, от закрыли, прям такое слово, прям как будто бы СтопХама не существует больше. Сегодня рейд был, так что все нормально, так что не переживайте. А что про Эрика рассказать? Ничего нового нету про Эрика. СтопХам ждем, пока все проблемы решатся, потому что возникло очень дофига проблем, которые я не знаю, как их решить. Ну, точнее, знаю, как их решить, но от этого как бы, ну, мое, как бы, я не завишу. Вот, точнее, я завишу от этого, а те люди, которые, ну, как бы, занимаются дальше, да, они как бы, короче, меня подставили. Вот. Поэтому СтопХам будет скоро, я надеюсь на это, мы стараемся. Вика занимается своими делами, у нее нет времени на СтопХам. Вот. Я уже сказал, СтопХам будет, я не буду говорить когда, потому что я пообещаю, а вы потом будете писать, ты же обещал мне, поэтому обещать не буду, говорю скоро. Я сам хочу, я сам пытаюсь что-то сделать, стараюсь. Вот, мне 21 год, все, я, короче, погнал к ребятам. Нужно сходить тут, кое-что сделать. Все, а дьявол пока постоит пусть здесь, поморозит свою жопу. Вот. А СтопХам это что? Объясни по-братски. Это мой проект, где мы взяли две машины и говно машины, и будем делать из них очень крутые тачки, и будем потом разыгрывать среди подписчиков. Вот. Поэтому как-то так. Нет, для девушки еще не нашли парня. Все.
все, я все вроде рассказал. Мой финик стоит, ждет меня. Новый рецепт вкусняшки, пока его нету. В общем, все, я погнал отсюда. Всем хорошего вечера, всем пока. Был рад вас почитать. Все, давайте на связь.